Хей, йога, сумешмики, мы продолжим пройдите игру по названию Секира. Окей, короче, полетели. В прошлой серии мы жопа что много с вами сделали. Так, стоять. Поэтому. Мы идем к тому мужику, который стоит. Да, пока он стоит. Так, тяжелый кошелек, отлично. Так, отлично, отлично, отлично. Так, у нас есть босс еще за вратами там какими-то. Либо мы можем пойти сюда. А, у нас еще этот есть, точно. Как я мог о тебе забыть, приятель? Извини ты меня, глупого. Чё? Чего? Вы что, охерели? Я думаю, в чем дело? Хм, уже энергию насобрал, думаю, сейчас подойду атакую. Да, да, атаковал, подошел. Именно, подошел. Меня какого-то черта там начал пулять молнией. Псина. Классно. Обожаю. Обожаю эту игру. Короче, нужно перестраховаться на этот раз и убить всех, кого я вижу. Потому что, смотря как только что у нас вышло. Ага. Хорошо. А, тихо. Давай, давай. А, у него пропало, найс. Ну, а будем с помощью этого атаковать. Вау. Ой.
Так, чувствую, отлично сейчас, да, будет. Тихо. Давай. Классно, классно. Да. Давай, давай, будем заряжать полностью. Полностью всю стамину меня закидывай. Так, а теперь начинать самое веселое стоять. Страх. Сюда. Так, против призраков конфетти сюда. Так, тихо-тихо, быстрее-быстрее надо. Тихо. О! Пронесло. Лазурит. Драгоценный лазурит используемый в улучшениях высокого уровня лазурит. Так, первоисточник, символ вечности, и все, что сделано с его применения, не будет ни ломаться, ни ржаветь, потому что на нем лежит благословение. Божественное драконное свойство лазурита превосходит человеческого разумения. Такие вещи называют реликвием божественного дракона. Да. Каев. Нужно было о драчах не забывать. Да сейчас бы сдох. Где это? Потерял дрожжи. Окей. Немного потратился, но не суть. Там же что-то есть точно.
Главное, что я его убил. Так, статуэтка. Так, хорошо. А, мне по-любому, да, придется драться с тем челиком. Если я хочу. Если я хочу сюда попасть. Блин, ладно, давайте тогда телепорт заюзаю. Блин, жалко, что тут нету горячих клавиш. Так, последний идол. Да. Опасно, опасно все это дело. Блин, ну... такое на самом деле. Я даже не знаю. Мы сейчас пойдем этого убивать. Я не знаю, кто там в храме будет. И можно ли его как-то так сделать, чтобы обойти. Я просто не хочу ни с кем драться, а хочу просто все это дело пробежать. Хорошо. Так. И теперь мне нужно вот сюда. А по-другому туда не попасть, да? На ту сторону. Да, походу не попасть. Ладно, давайте сюда. Окей. Круто. И что тогда мне предлагаете делать? А? Ага, все вижу. Вот сам. А я могу, в принципе, на ту сторону перепрыгнуть сейчас. Так, а нахера я сюда? Я понял. А как мне туда попасть? Как мне туда попасть? Я что, не шарю уже. Куда мне идти? Я не шарю. Мне нужно как-то туда перепрыгнуть. Я не шарю как. Окей. Или, наверное, как-то можно, но я, походу, не знаю как. Вот, окей, все, максималку, куда я знаю, куда можно залезть. Все. Зачем я сюда залез? Для чего? С какой целью? Там у нас нихера нету. Тут тоже ничего нету.
Да. Думал, там босс, думаю. Блин, ладно, сделаем, потом туда пойду. А, оказывается, и здесь закрыто. Там, короче, волки, походу, этот, который высасывает энергию. А типа... А... У меня больше вариантов нету. Level up. Так, там туда не попасть, тоже там закрыто. Так, а с разбега я туда не допрыгну. А как я не... А как мне туда попасть? Мост стоять, может, я через мост могу попасть туда. Там все сломато. Я такое чувство, что хер как попаду. Ладно, давайте попробуем, типа, я спрыгну туда. Ай. Или нет? Или нет? Так. За это я зацепиться не могу. Здесь подъема нету. Никуда не попасть. Кто там? Окей. А, как вариант, мне нужно убить самам. Дома. Самам. А, так. А я другого способа не вижу, как туда попасть. Чё? Ладно, давайте под воду. Попробуем через... этого чудовища проплыть. Сверху, да, там где-то был проход. Туннель. Здесь, да, кажись? Да, здесь. Если он меня увидит, он меня сожрет. Но он здоровый. А если я чуть по низу проплыву? Так, легкий кошелек, хорошо. Ля-ля-ля, мне поебать. Тебе меня не достать. Он тупой, он меня потерял. Все. Ой, он не тупой! Но здесь он меня мог бы сожрать.
Мерть. Так я прохода не вижу ни хера. О, все отлично. Отлично. Надо по тарабане. Прикинь, он сейчас прорвется. Ух. Окей. Блин, знаете, я вот всегда думаю, что где-то кто-то спрятал что-то в водопаде, вот здесь вот. Где-то секретный проход, знаете, как пасхалочки какие-то. Ну, увы, тут нет ничего такого. Увы, здесь такого не наблюдается. И это меня расстраивает. Окей, сохранялка. Это случаем не те чувачки, которые проклинают. Отлично. Открыть. Я не хотел открывать, я хотел смотреть, я не хотел открывать, А, я сокращение пути открыл. Здорово. Семечко тыквы. А, значит, на меня все-таки Титимен, да? Агрился. Значит, он на меня Титимен агрился. Так, здесь у нас ничего же, да, нету. За домом. По домом. Оп. Так, там что-то лежит. Так, ладно, водопад у нас здесь. Вот в водопадах что-то прячут. Шар воскрешения. Это не шар, хуйня. Потому что я думал, типа, шар сейчас пропадет. Ну, типа, я шар заюзаю, и я смогу воскрешаться. Ага, хер там. Ни шара, ни воскрешения. Отлично. Так, давайте тогда в следующей серии, да, уже отправлюсь на этот. На улучшение. Ничего не спрятали. Я бы здесь что-то положил. Нет. Жаль. Знаю, я бы сюда какой-то предмет закинул.
Ой, ой. Ой, ой, ой. Куда они делись? А, вот куда он делся. Да я хотел споймать его. Алло. Давай еще раз. Окей. Так, мы его зажали, короче, нормально. Её, его, неважно. Ну, это который с мячиками, который молнией пуляет. Поэтому нахер он мне тут всрался, я лучше его грохну. Как можно быстрее. Так, какой смысл? О. Ящерки. Но они ж ничего не защищают. Не вижу смысла туда падать. Погнали выше. О, вот здесь я вижу. Что-то да вижу. Божественная капля крови. Здрасте. Отдохнуть. Угу, отлично. Так, тихо. Тут можно пройти? Ну, пройти можно, но тут ничего нету. Что мне по деньгам? 1000. Ладно, не важно. Так, хромец. Здрасте. Только тут сюда, да? Молиться. Слишком стрёмно. Вырубай. А девка, которая превратилась в цветок. Жутко. Жутко, жутко. Ни хрена себе, от третьего лица. Убьем этого босса в этой серии. Божественное царство. Или я еще не все? Или я только сюда пришел? Я не знаю, что это за хрыщ, и я не хочу узнать, что это. И что он может. Не хочу я знать этого. Ни в какую. Поэтому. Начало. Боевое искусство. Thank you.
пока что не сказать, что так уж быть, что так уж и сложно. Вау. Так, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ух! Готово. Валим. Долго мне их еще бить? Я уже задолбался их бить. А, может, мне только белых нужно? Как-то их долго я бил, пипец. 5 минут? Только этих. Только их. Их. Ну, древо тоже должно на меня атаковать. Потому что босс не может быть таким легким. Плюс под конец. Под конец. Да, начинается. Мне просто бегать надо. Мне, походу, только бегать, да, нужно? Это ж не сложный босс? Это сложный босс. Окей. Так, у меня есть все хилки. Он может меня ваншотнуть, да, скорее всего? Еще плюс. Оу. Вау. 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 Ай, 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 ай. А почему? А чем это связано? Пиздец. А как мне ее выпуливать? Алло, 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 алло. Алло, 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 да-да-да. Как мне ее выпулять? Можно сказать? Как мне ею воспользоваться? Что-то я немного не врубился. Да, вот такой момент был. Непонятный. Как им воспользоваться? Намек? Намек не ясен. Намек не ясен, намек непонятен. Окей. Окей. Есть мысль. А-ла-ла-ла. Что там? Это дым.
Хорошо. Ну, это хотя бы ускоряюсь. Вау, вау, вау. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все готово, отлично. А замечу, что у меня не заканчивалось. Да, хорошо. Готово. Хорошо, раз. Два. Отлично. Еще раз. Не, он легкий, босс легкий. Хорошо. Вау! Не шарю, не шарю. Вау, вау, вау! Отлично. Так, хорошо. А, я думаю, что-то тут не так. Милостивый дар слез. Ух. Это было жестко. Это было, ну как сказать. А, ну, на самом деле это легкий босс. С молнией я так не понимаю. Типа мне молния в руки попадает, но я не успеваю ею воспользоваться, она у меня взрывается. Типа, а с чем это связано? Непонятно. Так, ладненько, у меня осталось еще ровно час для того, чтобы уехать побухать. Через час уеду я. Сейчас я хочу посмотреть, что нам дадут. Загрузка довольно долгая. Быстро там настроим все. Воспоминания. Так.
Божественный дракон, древнее божество вечноцвета. Слезы божественного дракона. Слезы, которые даровал божественный дракон, получил милость и дар слез. Можно только с помощью клиника. Так, клинка бессмертных. Так, тело божественного дракона бессмертное, и его слезы, однако, пролиты, будут вечно сохраняться в свою форму и не высохнут. Если божественный наследник выпьет эту слезу, он узрит. Так, плод за разрешение уз бессмертия. Так, что происходит, слышь? Господин Исин, что случилось? Господин Исин скончался после долгой болезни. Ясно. Уверен, вы и сами этого ощутили. Войско министерства воспользовалось этим и атаковал вас замок. А божественный наследник? Вот. Так, ключ от тайного прохода, так, ключ от та-та-та-та. Тайный проход находится на краю рва у разрушенной синоватой луны. Башенка круто бежала из замка через тот проход, и волк должен следовать за ним. Этот ключ, он, мой господин, сбежал из замка через тайный вход. Да, господин волк. Вот и станет так, ход находится у рва, недалеко от лунной башни. Через этот тайный проход и сбежал господин Кура. Он должен ждать вас на серебряном поле. Понятно. По приказу господина Исина, ниндзя полуночники разместились на крышах, так, дымовых сигналов. Сигнал приведут вас к господину Кура. Я, конечно, все понимаю. Ой, тихо. Пока я здесь. Lord Kuba Secret. He is with the night to smoke. What about you? Я бы, я не хотел покидать своего господина, понятно. А дать. Просто оставьте меня. Lord Kuba Secret is the smoke. Так, подожди. Отдать семечко. Там. Окей. Отдать. Все, отлично. Господин Исин оставил мне кое-что. Мне было сказано отдать это вам. Но вы, кажется, еще не готовы. Я дам вам это, когда вы это владеете тайным учением. Понял. Пожалуйста. Какой напиток? Какой тайный напиток? Не-не-не, я хочу переместиться. Крайность Сина. Так, подожди. Форточка, она закрыта. Ага, отлично. Тайный проход, ты имеешь в виду вот это, да? Отлично. Окей. Переместиться. Дворец. Алтарь. А знаете, вот у меня такое чувство, как даже не чувство. Я понимаю то, что если я сейчас туда пойду, да, то будет жопа. Поэтому я хочу найти последнего мужичка, который даст мне маску за 5000. У нас как раз с вами сколько там? Три их, да? Три больших огромных мешка. Плюс я сейчас там па-па-па, понастраиваю. Ну как понастраиваю, там просчитаю, сколько мне там осталось мешочков. И, в принципе, как-то так. Блин, я не знаю. По сути, уже все конец, потому что мы сейчас вернемся на поле, да, где будет наш этот мужик. Так, медитировать, я не хочу медитировать. Я хочу понять, как мне попасть к тому мужику. Вот что я пытаюсь понять. А ваша медитация мне до сраки. Я, конечно, еще сейчас попробую раз. Я хотя бы понять, где я нахожусь. А, это где путь закрыт. Вот, мне нужно в ту часть. Как мне в ту часть попасть? Да ладно. Опа. Опа. Кто попал? Я попал на эту часть.
Ясно. Ой-ой-ой, я смотрю, у меня это, хп не фул. Здорово. Это... Благодарная рыба. Я зову господина, надо кормить, надо звонить в колокол. Короче, нужно покормить и позвонить в колокол, хорошо. Но... Для начала я хочу понять, где последний продавец. Меня вот это очень сейчас интересует. Так, леденец. Так, хорошо. Что-то я немного все равно... Походу... Да. Так. Леденец. Так, а подождите, а где последний торговец? Что не врубаюсь. Что-то я вообще не врубаюсь. Где последний мужик горшок? Но я его тут что-то тоже не вижу. Он по идее должен где-то здесь быть, продавец последний. Мне нужна маска срочно. Ладно, давайте еще раз туда сбегаю. Так, давай, 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 быстрее. Но зато я понял, как туда забраться. Даже... Или я уже забыл? Мне кажется, я уже... А, нет, стоит, все нормально. Мы с этой крыши пошли на ту крышу. А, нет, мы вообще на дерево залезли. Сейчас быстро разберемся. Так, кстати, мне нужно все-таки вот это вырубить. Что-то это не то. А где? То, что мне нужно стоять. А где урна? Нет, а как бы не смешно. Мне ебучая урна нужна. О, тихо, вот это он? Или показалось? Ладно, и так сойдет. Дошел мешок. Тут закрыто. И тут нигде прохода нету. Окей, короче, давайте я на этом закончу. В следующей серии я посмотрю, где же этот торговец находится последний. И мы с вами. Блин, я на самом деле думал, по идее, что он здесь где-то. Ой, здесь этот есть. Давайте сохранюсь тогда.
Давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.